Здравствуйте! Мы сегодня опять говорим о вакцинации. Значит, ребенку 11 месяцев. Если вы сделали первую прививку и потом у вас был большой перерыв, никаких проблем нет в том, чтобы вакцинацию продолжить. То есть вы делаете вторую прививку, третью прививку вы делаете через полтора месяца от второго инфанрикса и гекса. Вы там должны посмотреть относительно гепатита В, потому что вы с инфанриксом гекса сделали первый гепатит, и, скорее всего, у вас между первым и вторым гепатитом тоже будет большой интервал. Но ничего в этом страшного нет, вы просто опять повторяете инфанрикс гекса и через полтора месяца делаете пентоксим. Если вам сейчас 11 месяцев, то вы можете сейчас ее просто сделать прививку, а перед третьей пентоксимом вам уже будет год, вам надо сделать реакцию МАНТУ. То есть сначала вы делаете реакцию МАНТУ, проверяете ее через 72 часа и делаете уже потом третий пентоксим без гепатита В. Гепатит В у вас все равно будет через 5 месяцев от второго.